Это такое чудо. Я за все свое время еще не видела таких врачей. Не, хороший доктор. Самое главное, что лечит. Идея пришла как-то так спонтанно, после того, как я помогал бездомным, которые у меня жили возле подъезда. Ну и вот, организовали проект, назвали его «Другая медицина» и поехали. Ездим вечером, специально перестроили график, и бездомным удобно к нам вечером приходить, потому что они сейчас, из них 50% уже работают. Благодаря в том числе и нашей помощи они устроились на работу. Бездомные, они благодарят, когда им становится лучше. Потом они советуют своим друзьям, те потом к нам приходят. А потом, когда они выздоравливают, они приходят и помогают другим бездомным. Это люди, нужно их тоже уважать, понимать и по возможности помогать.